Около 28 лет назад, 14 августа 1992 года, началась война в Абхазии. Конфликт вспыхнул после того, как Верховный Совет Абхазской ССР, восстановив Конституцию Абхазии 1925 года, провозгласил независимость республики. Госсовет Грузии отменил это постановление и принял решение о вводе в Абхазию сил Национальной гвардии. Активные боевые действия продолжались в Абхазии немногим больше года, до конца сентября 1993 года. Ожесточенные бои шли за Сухумы, Гагры, Ткачерлы и в окрестностях Очамчира. Участники конфликта неоднократно нарушали международные гуманитарные нормы, проявляли жестокость и бесчеловечность, в том числе в отношении мирного населения. В частности, стороны прибегали к вытеснению населения из стратегически важных районов по этническому принципу. Острая фаза конфликта началась в середине августа, когда под предлогом защиты железнодорожного сообщения на территории Абхазии вошли части грузинской национальной гвардии и начали продвигаться в сторону Сухумы. Одновременно в Гарском районе в поселке Гантиады высадился грузинский десант, который взял под контроль абхазо-русскую границу. После немалочисленных битв, а также подписания соглашения временного прекращения огня, 14 мая 1994 года Грузия и Абхазия подписали в Москве соглашение о прекращении огня и разъединении сил. В зоне конфликта были размещены коллективные силы по поддержанию мира в СНГ, полностью состоявшие из российских военнослужащих и миссия военных наблюдателей ООН. Война в Абхазии унесла 8 тысяч жителей. Около 18 тысяч человек получили ранения. Сильно пострадали от разрушений Сухумы, Гагры и другие города. Около 200 тысяч грузин, почти половина от военного населения Абхазии, были вынуждены покинуть свои дома. Ну а с вами Гафер, и мы поехали возрождать справедливость. Изначально Абхазия решила распустить всю свою дружину и прокачать содержание армии, так как воевать мы будем много. Ну и не забыли про свое население и также экономику. Первым делом пришел наказ, который гласит, что мы обязаны прокачать экономику, и мы сразу же начали это делать, во время этого улучшая отношения с нашим союзником Россией. Спустя 150 ходов, постройки заводов и улучшение отношений с Россией дали свои плоды. Заметив это, глава Абхазии решил кинуть России торговый запрос, который заключался в том, что Россия нам дает 45 тысяч денежек, а мы пакт о ненападении, также проглашаем независимость и даем право прохода войск. После нескольких таких же успешных операций Абхазия смогла прокачать свою экономику довольно-таки сильно, аж до целых 36 тысяч заводов, и сразу же после этого мы решили набирать войска, чтобы вынести Грузию, то есть ту страну, которая на нас однажды быканула, и давайте-ка посмотрим, как мы ее выносили в щепки. И мы ее боялись, серьезно, эту слабенькую страну, которую даже не смогла нам дать сопротивление. У нас осталось настолько достаточное количество войск, что мы решили объявить войну Азербайджану, так как во время войны созрел план о создании Закавказья. Почему бы и нет, если мы захватили всю Грузию, значит Абхазия может сделать и это. Ну и куда же мы без Южной Осетрии и недостающего кусочка Грузии? Совершивши вторую войну с Азербайджаном, так как во время первой мы не смогли забрать все ее территории, мы решили напасть на Турцию, а после этого и на всего НАТО, так как оно само по себе присоединилось, защищая эту страну. Ну, вы сами понимаете, воевали мы очень долго, и несмотря на то, что я забрал уже практически всю Турцию, это небольшой спойлер к тому, что вы увидите, никак Германия не хотела давать эти территории.
Если ты досмотрел до этого момента, то ты истинный счастливчик, так как ты узнаешь, что именно я юзанул для того, чтобы забрать территории, которые мне хотелось. Те, кто были на стриме, они знают, что в этой игре есть читы. Изначально нужно зайти в консольку, потом ввести команду Add Player, нажать сохранить, сделать следующий ход и вуаля, теперь мы играем за Турцию. Перед этим я кинул за Абхазию этой стране торговый запрос, то, что я требую 3 провинции, которые мне нужны. За Турцию соглашаюсь, скипаю ход, и теперь мы забрали те территории, которые хотели, несмотря на то, что во время войны у нас это не получилось. Для создания Закавказья нам осталась всего лишь одна провинция Азербайджана. Мы ее легким способом забираем. И теперь мы можем сотворить то, о чем Абхазия и вообще мечтать не могла, то есть соединить Закавказье. Наша миссия выполнена, мы захватили все Закавказье, а также, что самое главное, мы отомстили Грузии. А тебе, дорогой зритель, спасибо, что досмотрел до этого момента. Напиши в комментариях, как тебе эта идея видео. Ну а мы увидимся уже в новых роликах.